Сәлем, достар! Бұл Screen Live форматындағы бірінші бұқара шоуы «Дабыл дауыс». Бір күн дәм тапқанға 40 күн сәлем дейді. Сіздермен сәлеміміз үзілмес. Алдарыңызда тұрған сол баяғы мен Ерлан Би Дәулетер және Камила Жусупова. Привет, друзья! Это народное шоу талантов «Дабыл дауыс». Мы продолжаем открывать для вас вокальные способности наших конкурсантов. Напомню, этим летом вы присылали нам свои каверы для участия в шоу. И пройти кастинг, чтобы исполнить мечту и спеть дуэти со звездой, получилось не у всех. Я кастингтің қорытынсы бойынша жүздеген қыз бен жігіттер өтініш берген болатын, солардың арасынан көмейінен күміс тамған 24-ін іріктеп алды. Ал енді мәреге жету үшін екі кезеңнен өтуге тура келіпті. Айта кетейік, әр бағдарламада бүкіл елден бар жоғы 10 өнерпаз қатысады. Но из этих 10 человек сегодня только двое из участников споют с нашими приглашенными звездами. Кто это будет? Мы узнаем с помощью случайного выбора нашей электронной системы «Дабыл дауыс». Я айту менің міндетім. Дауыс беру сіздердің міндеттеріңіз. Ендеше құлақтың құрышын қандырып, көңіліңізден шыққан жұпқа дауыс беріңіздер. Қиындықта дауыс бергеннен асқан берік достық жоқ деп, женімізді түріп, жез таңдай әншіні бәріміз бірге таңдайық. Смартфон арқылы нағыз талантты бағалау қиынра қарене деген мен қиындықты, сен женбесең қиындық сені женет деген бар. Наш проект проходит в формате Screen Life, и он первый такой в своем роде. Все участники поют удаленно, без профессионального оборудования, и они даже не представляют, с кем состоится их совместное исполнение. Поэтому перед вами, друзья, стоит сложная задача оценить то, как поют народные таланты, чтобы дать им возможность приехать к нам в студию КТК и петь вживую с любимым артистом. Умытпайық, достар, дауысты тек Инстаграмда береміз. Голосование проходит в Инстаграм и идет ровно сутки каждую пятницу. Тот, кто получит наибольшее количество голосов, попадет в полуфинал. Сөйтіп жартылай финалға шыққан 8 өнерпаздың 4-еуі. Қайталап айтамын, тек қана 4-еуі осы шаңыраққа КТК телеарнасының студиясына келеді. Смотрите все выпуски на нашем YouTube-канале и голосуйте за своих любимчиков. И прежде чем мы узнаем, как вы проголосовали в последний раз, вспомним, как пели Айша Умбет и Луина. Я сяду в самолет с мыслями о своем. А также Маулеш Абжапар и Диана Шарапова. Достар, мне дауыс берудің қорытындылары да дайын. Қазірдің өзінде 4 финалист белгілі. Бүгін басқа қатысушыларға олардың қатарына қосылу мүмкіндігі бар. Ендеше барымызды салып, өнерімізді паш етейік. Что ж, Ерлан, пора рассказать, а с кем же из приглашенных звезд предстоит петь участникам сегодня? И это... Сонымен Диная біздің шоуда керемет әндерінің бірін шырқауға бел болып отыр. Музыкант Галымжан Молданазар известен тем, что представил всему миру инди и синти-поп музыку на казахском языке. И кому-то из участников этого выпуска повезет спеть дуэти с этими исполнителями. Так что давайте скорее с ними знакомиться. Ән бәйгесіне бәстік кендердің біразымен біз таныспыз. Сонымен бүгін бізбен бірге Алматыдан Бота Шүренова. Балнур Масалимова, семей. Төре би Жексенбек Жамбыл облысына. Милана Назимова, Тарас. Understand you all I have, all I have.
Мөлдір Түлебекова Нұрсултан қаласында. Әділжан Тілеужанов Балқаш қаласынан. Мойныңды сенің күмістен алқа, толқынды жаға, екеуміз ғана. Жанар Керімқұлова Тараздан. Семейден Нұрбол Нәсіпов. Махаббат деген қандайды, қарасам көзім талмайды. Сағынған жанға жет алмай, қаншама гүлдер, қаншама гүлдер сарғайды. Эльвина Андреева Алматыдан екен. Ерасыл Серкалиев «Семей». Пиша потом небеса, чтобы тебе сказать, я люблю небо твои глаза. Вот они, имена претендентов на победу и осуществление мечты приехать к нам в студию, чтобы спеть вживую в дуэте в студии КТК. Все это станет возможным после этапа исполнения в онлайн-формате. И первый дуэт мы услышим от Динаи и тоже станет ее партнером. Внимание на экран. Міне керемет, Бота Шүренова мен әншір қайтын бізде Динайя. Емесе керісінше, Динайя мен әншір қайтын бізде Бота Шүренова. Бұл дуэтке дабыл дауыстың шымылдығын түру құрметі бұйырып отырым. Бота Алматыда тұрады. Бота жайлы тағы басқа не білем? Әрине ештең, олай болса экранға назар аударайық. Всем привет, меня зовут Бонита, я из города Алматы. О проекте я узнала о своей очень хорошей знакомой. Она мне отправляет ссылку этого проекта о кастинге и говорит: «Боня, давай вперед». А конкурсу Double Dous я ожидаю то, что этот конкурс откроет дорогу к эстраде, дорогу к шоу-бизнесу, может быть, даже... И это станет мотивацией для всех нас. Итак, Бота Шүренова из Алматы сегодня была определена с помощью системы Double Dous. И Бота с нами на связи. Привет, как настроение? Здравствуйте, настроение, ну, нормальное. Мне ничего не работало, ни компьютер, ни камера, ни наушники. Но в том и сложность как раз и нашего шоу, что есть определенные технические условия, нет профессионального оборудования, и задача перед вами стоит непростая – спеть в дуэте, вот так, через расстояние, в формате Screen Life, но в этом вся соль и перец, как говорится. А, Бота, мы услышали, узнали, что для участия в нашем шоу мотивировала подруга. Да. Здорово, когда есть такие друзья, которые знают, да, и чем живет и дышит родной и близкий человек. Как зовут подругу? Передадим ей привет прямо сейчас в шоу Double Dous. Ее зовут Назира. Ага. Бота, қайырлы күн. Назира, ей привет. Надираға бізде сәлем жолдаймыз. Бота, жалпы енді құрбыңыз сізге кеңес бергеніне қарағанда, сіздің ән айту өнеріңіз бар, иә? Да. Ага. Қандай репертуарыңыз? Кішкентай кезімнен бастап ән айтамын. Ага. Репертуарларыңызда қандай әндер бар, мысалы? Қандай әндерді сүйіп айтасыз? Қазақша, французша, англша тілде. Керемет. Олай болса, сіздің өнеріңізді дәл қазір барлығымыз тамашалап көреміз. Дайынсыз ғой? Әрине. Ал ондай болса, достар, Ботаға тек сәттілік тілейміз. Сонымен Динайя және Бота Шүренова. Ақжол. Всем привет, меня зовут Динайя, и это проект Double Dous. Давайте споем со мной вместе мою песню. Thank you.
с тобою одни. Все то, что было, с тобою одни. Все то, что есть, с тобою одни. Все то, что будет, с тобой, только с тобой. Ну, да, ну и пусть не умею я летать, все, что я хочу, это просто знать. То, что у меня теперь есть ты, то, что у меня теперь есть ты. Не хочу ни небом быть, ни землей, не хочу ни солнцем быть, я не луною. Все, что я хочу, это быть с тобой. Все, что я хочу, это быть с тобой. С тобою одни. Все мое сердце с тобою одни. Это просто знать, то, что у меня теперь есть ты, то, что у меня теперь есть ты. Не хочу ни небом быть, ни землей, не хочу ни солнцем быть, я не луною. Все, что я хочу, это быть с тобой. Все, что я хочу, это быть с тобой. Тамаша Бота, керемет орындау болды деп ойлаймын. Да, да, эти аплодисменты для Боты. Бота, молодец. Поздравляем. Как можно оценить выступление свое? Я думаю, хорошо. Мне понравилось. Вот это самое главное. Получить удовольствие от процесса и от пения для каждого артиста всегда важно. Итак, Бота, следующий этап – это голосование. Возможно, есть желание что-то сказать тем, кто будет голосовать. Есть такая возможность прямо сейчас. Я всех люблю. Голосуйте за меня, буду рад. Я надеюсь оправдать ваше доверие. И мы тоже надеемся, что наши зрители оценят исполнение вместе с Динаей. Итак, друзья, не забудьте про голосование. Бота, пока-пока. Біз сізге тек қана сәттілік тілейміз. Итак, напомню, голосование откроется в эту пятницу. Если вам понравилось выступление Боты, не забудьте проголосовать. И вы, наши зрители, обязательно напишите под этим видео в комментариях, понравился ли вам дуэт Боты и Динаи. Олай болса, Камила, біз жолымыздан қалмай, келесі жұпты сайлайық. Сонымен, Ғалымжан Молданазар мен бірге ән шырқау бақты кімге бұйырар екен? Әп бәрекелді, бұл Балқаштан Әділжан Тілеужанов деген бауырымыз. Құтты болсын, әнімен бұрын өзімен танысайық. Қанеки, Әділжан деген кім екен? Экранға назар аударамыз. Всем привет, меня зовут Адильжан, мне 24 года, я из города Балхаш. О проекте я узнал совершенно случайно в Инстаграме,
где решил попробовать свои силы, так как я не являюсь профессиональным музыкантом, но я люблю петь, у меня есть хороший голос. И так как я новичок, думаю, проект в этом мне поможет в будущем усовершенствоваться, так сказать. А сам я являюсь фотографом, в основном это фото, видео, съемки, моя работа заключается в продакшене. И хочу попробовать себя в чем-то новом. Қайырлы күн, Әділжан. Біз сізді құттықтаймыз. Көңіл күйіңіз қалай жалпы, Әділжан? Өте тамаша, барлығы жақсы. Білесіз ғой, сіз Ғалымжан Молданазар деген бірегей әншімен бүгін дуэт құрасыз. Қуаныштысыз ба? Ғалымжан Молданазардың әндерін білетін шығарсыз, е? Әділжан, вы в машине куда-то едете? Нет, у меня просто появились очень срочные дела, я сейчас сижу в машине. Ештең етпейді, мен ойымша басысы бұл жерде, қай жерде болса да Әділжанның әнді керемет орындауында деп ойлаймын. Әділжан, біз сізге ондай болса сәттілік тілейміз. Ендеше Ғалымжан Молданазармен бір ән орындап көріңіз, сонымен арғартай бағасын көрімендер бере жатар деп ойлаймыз. Итак, Әділжан поет песню со своим кумиром «Махаббатым». Именно об этом мечтала Әділжан на проект «Дабл-дауз» рад осуществить творческие желания наших участников. Поехали! Сәлем, КТК арнасы және оның тұрақты көрермендері. Мен Ғалымжан Молданазар. Бүгін Дабл Дауыс жобасында өзімнің махаббатым атты әнімді сіздермен бірге орындаймын. Сіздерге сәттілік тілеймін. Кеттік. Мойныңда сенім күмістін алға толқынды шағы екеуміз ғана сырымыз бітпей жалғасты таңға шағымды жанға мен дарман бар ма Ән салып құстар шолаған бақта таң атқан шақта қасымда сен қоштасып ұзап кетуге қимай кеудеме сыймай махаббатым Ашықпын саған елке Нәзіксің неткен көрке Сағынам сені елке Өзіңнен жауап күтем Құштасып ұзақ кетуге қимай, кеудеме сыймай, махаббатым. Рахмет. Керемет, Әділжан, керемет. Көлікте отырғаныңа қарамастан, қарапайым гарнитурамен ән шырқағаныңа қарамастан, бәрі ойдағыдай болды деп ойлаймын. Камила, саған қалай, ұнады ма? Мне очень-очень понравилось. А вы играете на укулеле, кстати, Әділжан? Да, я до этого играл на гитаре и купил укулеле, решил попробовать. И это была моя первая песня, которую я выучил Именно песня Ғалымжана Молданазара. Укулеле с собой? Да, вот я ее... к сожалению, нет, он дома. Ну, очень жаль. Надеюсь, будет шанс у вас еще раз сыграть, если за вас проголосуют и жители города Балкаш, но и также все казахстанцы, если и ваше исполнение им понравилось. Поэтому, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под этим видео и голосуйте в пятницу. Олай болса, Әділжан, біз сізге сәттілік тілейміз. Олай қаласа, егер
алдағы кезеңдерге өтіп жатсаңыз, әлі сіздің үкілеледе ойнаған өнеріңізді тамашалаймыз деп ойлаймыз. Спасибо большое. Я, рахмет сізге, Әділжан. Сәттілік тілейміз. А, сіздерге де рахмет. Ага. Удачи. Рахмет. Впереди, напомню, этап голосования. Снова желаем удачи Әділжану. Итак, очередная пара участников народного шоу «Дабл Даос» показала, на что способна. Бота и Әділжан пели живьем в формате «Скрин Лайф», а Әділжан вообще пел в машине. Это не так просто, как может показаться, так как нет профессионального звука, а только экран телефона. Но самый сложный этап для этих двух участников уже позади. Осталось выяснить, кто из них пройдет в полуфинал и приблизится к своей мечте, чтобы спеть дуэтом, но уже в нашей студии КТК. Ну и пусть не умею я летать, все, что я хочу, это просто знать. То, что у меня теперь есть ты, то, что у меня теперь есть ты. Қоштасы роза, кетуге қимай, кеудеме сыймай, махаббатым. Осы аптада жұма күні дауыс бере бастаймыз. Еске сала кетейік, дауыс беру бар жоғы 24 сағат жүреді. Ұмытпайық, достар. Голосуйте на нашей странице в Instagram ktk.tv.kz в ближайшую пятницу. И тот участник, который наберет больше всего голосов, будет с нами в полуфинале. Бота мен Әділжан жүректері лүпілдеп, тағатсыздана күтіп отыр дәл қазір. Ал басқа қатысушылардың өнерін келесі жолы тамашалайтын боламыз. Бізді тамсандырған әншілерге тағы екі жаңа өнерпаз қосылады. Все другие участники этого выпуска могут испытать свою удачу в следующий раз. И по традиции к нам присоединятся еще двое новичков. И, быть может, наша электронная система выберет именно его. Это мы узнаем уже через неделю. Достар, аман-есен жолығайық. Біздің КТК-тава YouTube-арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Вы смотрели народное песенное шоу в формате Screen Life Double Даос. Пока-пока!